прикольно наблюдать за реакцией людей. Все пялятся, блин, у меня оторвалась педаль газа, походу. А, ну смотрите. Да, смотрите, прикол, типа, педаль газа не работает, оторвалась. Надо пойти ее починить, хорошо, хоть педаль тормоза работает. Значит, попробуем перекачать вначале. Наверное, короче, мы сегодня этим и займемся. Надо тормоза и в порядок привести, потому что без тормозов это не дело. Да, парнишки, смотрите, вот видно четко, да, вот, вот, видно четко, что течет главный тормозной, потому что вот сцепа, вот, где-то мой палец, блин, вот, сцепа сухая, а тормоза текут. И вот это, короче, все натекло от тормозов. Ну ничего. Парнишечки, всем здорово. Наконец-то у нас ушла всякая говна погода и пришла весна. Вот, время, короче, доставать все-таки корча, хоть я готовил его под зимний дрифт, да, ну, планировал готовить. Вот, но зимы у нас так и не наступило. Вот. Потом наступила говно погода, когда были постоянно какие-то дожди и температура около нуля. Вот, то есть, ну, тоже такое, когда не хотелось в гараж вообще идти. Вот. Ну, а теперь, короче, мы его будем делать. Вот я сейчас еду в гараж. Вот, достанем его, посмотрим, потому что уже месяц к нему не подходил. Посмотрим, что там вообще с ним случилось. Вот, и будем делать. Кстати, у нас будет дрифт мероприятие. Даже есть мысль поехать туда. Сейчас посмотрим. Ну что ж, вот она, корчинушка стоит. Да, я тут как клеил, все так побросал, так и осталось все. Блин, что-то подклеивалось, да? Вот, ну ладно, наклейку мы все равно другую приделаем, потому что канал-то я уже переименовал. Здесь остался тест-ранник, да, канал сейчас будет Тигран про тачки. Ну вот, заодно и переклеим как раз. Вот, ну ладно, пока пускай так будет. Так, 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 ну ржавчина ему не страшна. Что тут? Давайте подкачаем бензинчик, попробуем его завести. О, бензинчик пошел. Отлично. Так, блин, я в чистом. Ну ладно. Так, 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 так. Ух ты, ключи. А, блин, ключи. Так, слава богу, ключи были в Матизе. Вот. А я уже думал, что я их дома забыл. Эту палку надо срезать, наверное, потому что неудобно ноги перекидывать. Так. Ага, аккумчик надо же массу включить, да? Так. Что-то тут мокрое. Сейчас фонарик вам включу. Тут он мокрое, что-то потекло. Походу, главный потек. Непонятно. Он больше похоже на тормозуху. Ладно. Ну, давайте попробуем ее все-таки завести. Да, наверное, тормозуха, потому что она жирная какая-то, липкая, фу. Так, ну, давай заведешься ты. Что там, подсосик вытащен? Завелась? Отлично, пулемет работает. Так, то, что она работает, это радует. Вот, только вот это мне не нравится прикол с тормозами. Походу, потек главный, потому что там все в салоне, а больше в салоне течь нечему, в принципе, ниоткуда. Вот, то есть, скорее всего, что он какой-то говняный. Вот, и хотя, блин, тормозуха вроде не уходит. А ну, давайте попробуем, что за хрень. Да нет, это тормозуха, наверное, да, потому что антифриз он с печки, во-первых, и он антифриз точно на месте. Тормозуха тоже вроде как бы на месте. Вот, ну что за херня с ней, почему оно... Так, сцепа тоже на месте, уровень, да, жидкости. Значит, попробуем перекачать вначале. Наверное, короче, мы сегодня этим и займемся. Надо тормоза и в порядок привести, потому что без тормозов это не дело. Да, парнишки, смотрите, вот видно четко, да, вот, вот. Видно четко, что течет
главный тормозной, потому что вот сцепа, вот где-то мой палец, блин, вот сцепа сухая, а тормоза текут. И вот это, короче, все натекло от тормозов. Ну ничего, сейчас мы съездим, купим новый главный, поменяем и доделаем еще. Кстати, как думаете, разварочки тоже надо, наверное, покрасить, да, под цвет машины? Вот, ну сейчас я выгоню его на улицу, придумаем. Фендера будем ставить еще. Короче, работы. Так, парнишки, я параллельно с тем, пока еду в ГАЗ-деталь, заехал сейчас на 402 импульс. Кто знает, там кто местные ребята. У меня есть вот такой коленвал. 213 коленвал со срезанными противовесами, почти полностью, вот видно, да, облегченный. Вот ему надо промерить шейки, может шлифануть их там немножко, потому что он долго лежал. Вот. Вообще я покупал его себе на, думал на эту дрифт-корчу поставить, вот собрать 1.6. Вот. Но пока планы немножко по-другому, поэтому там продам. Кто из Украины, ребят, можете обращаться. 213 коленвал, сейчас мы его сделаем, приведем в порядок шейки, то есть он уже будет проточенный, либо, может, его не надо точить, сейчас промерим все на заводе. Вот. А, уже облегченный вес, я потом дальше видео, я думаю, где-то померяю его, покажу вам, какой вес у него. Но он облегченный намного, потому что у него все 8 противовесов срезаны почти, и дубасил он огонь, он с боевой копейки. Вот он импульс. Импульс. Обед с 12 до часу. Ну ёб твою, блядь. 12.03. Вот, сучка, не повезло мне сегодня. Придется ехать обратно. Вот, ну ладно, завезу я этот коленвал. Все-таки рано или поздно. Это час мне ждать. Здесь не прикол. Поеду пока за главным съезжу. У вас деталь. Так, ну что ж, вот он тот самый магазик наш, супермаркет автозапчастей. Это детали ZPUA. Тут где, короче, самые дешевые цены во всем городе. Ну и, в принципе, нормальное качество деталей. Пошли. Главное, тормозуха и трубка на заднем мостике. Ну, вот я купил две трубки. Главный тормозной, автовазовский, и пол-литра тормозухи на доливку. Итого у меня вышло 384 гривны. Нифигово себе, почти пятихаточка. Плюс сейчас еще за работу заплатить. Нормуль. Ну ладно, поехали. Ну что, дубль 2 заводим. Блин, не с той стороны ключ. Можно пробовать выезжать. Прогреется потом на улице. Где-то цепляется, короче, подкрылка. Сейчас было очень хорошо слышно. А ну, где? Ага, вот надо, короче, срезать его. Нафиг, вот цепляется колесо об крыло. Короче, надо вот так вот его, наверное, еще отрезать лишнее. Вот, блин, мне сейчас доехать надо. Ну ладно, что-нибудь придумаю. Че, доедем мы, не доедем на ней? Тут дырка в пороге, в крыло, в куда-то, короче, туда идет дырка. И тут изнутри тоже дырка осталась. Такая вентиляция, короче, да, чтоб летом не жарко было. Надо я будет... Ага, и вон дырка тоже нифиговая. И вон, надо будет... И вот дырка. Огонь. Надо будет его, наверное, пеной позадувать, что-нибудь придумать такое прикольное потом. Все равно же трэш мы... Так, ну что ж, парнишки, мы едем. Смотрите, что мы там едем. 60. После развальчика теперь она более-менее управляется. Вот. Ну такое как бы. Вот. Ну едем и едем спокойненько себе. Никого не трогаем. Ну, вот, конечно, гудит задний мост жестко, наверное, из-за заварки, или я не знаю, или он сам по себе гудит. Не знаю из-за чего, хотя там гудеть уже нечему. Ну, вот. Короче, потихоньку катимся. Так, мы все еще едем, и прикольно наблюдать за реакцией людей. Все пялятся, блин, у меня оторвалась педаль газа, походу.
ну смотрите. Да, смотрите, прикол, типа педаль газа не работает, оторвалась. Надо пойти ее починить, хорошо, хоть педаль тормоза работает. Смотрите, короче, в чем прикол, оторвалась. Тут вот это у меня была подмотанная такая хрень. Вот, тяжко, короче, от этого самого. Вот теперь надо сделать как-то, чтобы оно работало мне обратно. Я думаю, вы поняли, в чем смысл. Сейчас я починю. А неплохо так корчуня со стороны выглядит. Даже, можно сказать, симпатично. Доделать надо еще дисули в порядок привести, фендера поставить. И будет огонь. Висит корчина на подъемнике, короче. Тут надо подрезать. С этой стороны тоже крыло, потому что цепляет. Видно, что он замяло само себя. Тут пойдет, потом пеной задую дырку, да и все. Вот. Тут надо закрутить одну шару. Оно вот открученное, мы же ее так и не закрутили. Вот видно гайка, да, я так с ней езжу, ну, блин, не выпадает. Вот, и тут, что тут? А, тут тоже надо вот это крыло отрезать, потому что оно мешает. Вот. Ну и фендера надо разметить, просверлить дырочки, прикрутить тоже на место. Вот, а тут вот даже сохранилась подставочка под антенну. Вот это вот. И проводок он выведенный был. Так, ну вот уже один фендер наметил, дырки просверлил. И так пока отвертками прицепил, потом прикручу на болты. Я сверлил дырки насквозь и в самой накладке этой, давай, и в кузове он видно. Потом просто болтиками на 5 поприкручу, потому что саморезы, мне кажется, один раз и она оторвется. Вот, пока сделал как-то так, потом посмотрим, как она сядет. Вот, может быть, подрежу либо сам фендер. Может, ниже его опущу. Пока черновой вариант как-то так. Это же она сейчас стоит на домкрате. То есть она-то опустится, будет выглядеть более-менее ничего так. Уже сейчас она выглядит, конечно, страшно. Ну что ж, парнишки, тормоза мы исправили. Вот, теперь... Блин, такая Галина, что дождь пошел? Потому что у меня дворники, походу, не работают. Я даже не знаю. А ну сейчас попробуем. Они работают, блядь, еще хуже, чем было. Короче, ладно, я не буду снимать, потому что и так скользко. Мы сейчас попробуем где-то у волка подавать. Вот, ладно. Так, ну что ж, приехали. Вот, у нас, конечно, дождь идет, все намочил, все испортил, но дрестануть пару раз получилось. Единственное, что надо накачать побольше колес, потому что они сейчас спущенные. Вот, реально спущенная резина, да, видно такая. Вот особенно это колесо, но оно стоит тут уже 2 месяца, сколько-то месяц. Вот, видно, да, то есть надо накачать колеса, наверное, по троечке. Вот, прикрутить фендера. Вот, доделать карп, да, настроить там, поставить зеркала, и можно будет поехать на парковочку, не боясь ментов, пробовать дрестануть на ней. Вот, ну как-то так. Что ж, меняем корча на шмарча и поехали домой на сегодня.